Привет, друзья! Сегодня у нас 2 июня, у нас ветрено, поэтому я одела наушники, надеюсь, меня будет хорошо слышно. Сегодня я давно не показывала вам рынок, ну и вот решила показать вам наш июньский ассортимент. Что у нас в июне продают торговцы, какие цены. Вот смотрите, вот эта красивая травка называется Семисату. По-нашему это портулак. Здесь за 3 огромных крючка просят 10 лир. Баклажаны по 6, помидорки 2,5. Вся зелень, в общем-то, очень дешевая, потому что сейчас лира около 8,5 рублей. 2 лиры – это получается около 16 рублей за огромный пучок. Вот здесь есть лучок, базы, сельдерей, петрушка за 2 лиры. Помидорки покраснее уже за 4 лиры, лук 3 килограмма 10 лир стоит. У нас появились арбузы, которые можно есть. Можно есть, это значит то, что они уже сладкие. Вот, например, арбузики стоят 1,5 лиры за килограмм. Клубника еще есть, но она уже скоро закончится, где-то в середине или в конце июня уже клубники не будет. Но пока еще есть, она уже 2 месяца у нас, с апреля, точнее уже 3-й, вот сейчас стоит 15 лир. На прошлой неделе появилась хорошая молодая кукуруза. Некогда? 5 штук стоит 20 лир. Очень вкусная, я ее в прошлый раз здесь брала, она сладкая и готовится всего 10-15 минут. Вот это, как всегда, у нас цены на орехи, но они, кстати, почти не меняются в цене. Так. Вот эту сторону еще покажу. Вот, сухофрукты есть здесь же. Инжир 75. Вот что у нас дорого, так это... Ой, блин, я забыла название. В общем, вот эта вот штука, которую продают на югах. Вот, боже, вылетела. Короче, я знаю, что во Владикавказе, в Сочах, в общем, во всех южных странах она стоит не очень дорого, но у нас она стоит 80 лир. Ребята, что я вам хотела показать. Смотрите, вот это называется аджур. Это самые крутые кипрские огурцы. Они, знаете, как наши, с пупрышками, которые зеленые, молодые, вкуснейшие. Вот у них вот такой вкус. Они продаются только в июне. Они стоят дороже, чем обычные огурцы. И выглядят вот так вот. Возьмите, попробуйте. Раньше я думала, что это кабачок. Ребята, я вспомнила, она называется чурчхелла. Вот разбирают клубничку. Цена 12 лир. В общем, клубника есть, но везде вот понемножку лежат ящички. И здесь 12 лир. Картошка такая красивенькая, 3 лиры стоит. Баклажаны 8. Капуста штука стоит 5 лир, не килограмм, штука. А вот дынька, кстати, подешевела чуть-чуть. Одна штука стоит 10 лир, а 2 штуки за 15. Яблочки по 6 лир. Персики 7 лир. Бананы 8. Вот это вот чудо зеленая слива. Я не понимаю ее предназначение, но в общем она стоит 25 лир, но она, вы должны понимать, что она кислая, в общем, как незрелый абрикос.
грибочки 20 лир, груша 10 лир, дыня 5 лир килограмм. Здесь вот кукуруза стоит 4 лиры штука. У нас есть на рынке специи. И, кстати, где-то 2-3 недели назад, знаете, что появилось вот в этой палатке? Нутовая мука. Вот она стоит 20 лир, там килограмм. Здесь бананы стоят 7 лир. Персики 7 лир. Что еще есть? Абрикосы 10 лир. Вот, видимо, с утра была черешня, и это все, что от нее осталось. Она стоила 50 лир за килограмм. Мама мия. Где-то через 2 недели, я думаю, что цена должна упасть. Авокадо и манго стоят 10 лир за штуку. Груши 15. Персики... Ой. Абрикосы 10. Я уже стала путаться в названиях. Вот эти совсем мятые 8. Яблоки по 5. Груши 10. Чудо-слива 10, ничего себе, обычно по 25. Бананчики по 10. Так, кабачки 4 лиры, петрушка 2 лиры, красный перец 5 лир, горький острый перец 10 лир, 3 килограмма лука стоит 10 лир. Напоминаю, что лира у нас 8,5 рублей. Бананы 10 лир. Яблочки по 5 лир. Шефтали, это персики, 5 лир. Есть перец! Мушмула 12 лир. Груши 10, абрикосы 10. Ой, наконец-то то, что не было. Черри 10 лир. Острый перец 10 лир. Это все за килограмм. В прошлый месяц у нас продавались виноградные листья для долмы. Местные очень любят долму, да, но мы тоже очень любим. Вот, смотрите, это уже остатки. Стоит 60 лир килограмм. Но килограмм это очень много. То есть вы максимум возьмете 100-200 грамм, будет где-то вот 6 лир. Смотрите, какая красота стоит. Бананчики за 10 лир. А вот здесь у нас продают свежемолотый кофе. Если хотите, они вам его и сварят здесь. О, вот это грецкие орехи в банке. Честно говоря, я даже не знаю, сколько это стоит. Страшно спрашивать. Самая дешевая клубника на рынке. Вот, 10 лир. И появилась новая молодая фасолька по 10 лир. В этой палатке есть все возможные орехи. Даже здесь я нашла бразильский орех, который стоит 350 лир. И даже нашла кешью. Он стоит, по-моему, 550 лир за килограмм. Кто-то у меня спрашивал про чеснок. Есть ли чеснок? Чеснок есть всегда на рынке. Вот видите, его цена зависит от старости, молодости, так скажем. Вот тот, который похуже, он стоит подешевле. Молодой, естественно, вот стоит 5 лир за пучок. Есть вот пучки по 10 лир, которые стоят. Есть 5 штук за 20 лир. Ну, то есть, сами выбираете нужное количество. Вот. Вот тут более понятно цены на чеснок. Вот тут дыньки за 5 лир штука продаются. У нас все еще продаются чищенные артишоки. Вот здесь в прошлый раз я брала арбузы. Реально очень вкусные. Сколько? Ой, ничего себе. 0,99 курушей стоит килограмм арбузика. Подешевели за неделю. Красивенько. И виноградные листья. Здесь дешевле. 40 лир стоит. Красивые красненькие помидорки. Вот есть, кстати, сливовидные помидоры. Они стоят 8 лир. А черри в этой же палатке стоят 15 лир.
Так, что у нас тут есть? Авокадо, манго, кокосы. 10 лир за штуку. Персики 10. Но они, по-моему, зеленые еще. И я не знаю, они очень твердые. Груша 10 лир. И вот единственное место, где более-менее лежит черешня, 25 лир. Но она очень мелкая. В общем, короче, надо ждать. Смотрите, здесь продают оливковое масло. 5 литров стоит 125 лир. 1 литр стоит 30 лир. 0,5 литров стоит 20 лир. Огурчики. 3 килограмма, 10 лир. Это финики, а это все меня замучили. Это сушено-вяленая хурма. Персики 5 лир за килограмм. Вот, ребята, я нашла черешню, оказывается. Они ее так спрятали незаметно. Красивенькая, 60 лир стоит. Вот этот ряд у нас с торговцами, которые делают сыр, йогурт, масло всякие. Вот. В общем, всякую такую домашнюю продукцию. И именно здесь я покупаю масло. Вот у этой женщины, которая сидит в голубой кофточке. Только у нее я нашла, чтобы масло по вкусу, чтобы оно не горчило. Мне нравится вот такое. Поэтому я у нее беру. Масло стоит 35 или 40 лир. Я точно, честно говоря, не помню. И красивейшие помидоры стоят 5 лир. О, уже большие арбузики появились. И молодой лучок. В общем, друзья, вот такой у нас рынок. Сегодня 2 июня, повторяю. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, ставьте на значок оповещения, чтобы вам всегда приходили мои видео. Яйца 25 лир, это за 2 кассеты. В общем, вы поняли. Пишите свои вопросы, комментарии. Я вам все расскажу, покажу. Всем пока!